плюшевые собачки. Смотрите, какие страшные. Завтра будем снимать это все. Так, а у тебя зажил глазик, нет? Слизывает все. Тоже шовчик у него тут. Вот такая вот история получается про собаку и щенка. О, смотри, Ярослав, как птичку ест. Ну что, присосался? Ну-ка. О, лапами шевелит, жадный. Ну, толстяк. Лапами, лапами прям упирается, смотрите, как же. Один, все скидки его, вон, как растолстел. Карапуз. Какой он миленький. Маленький, все смешные. Но у него что-то сегодня утром болел живот. Не трахнули папа, да? Угу, орал. Все, ладно. До завтра. До завтра. Папа, давай себе закажем шапки. Еще один день из жизни. Щеночка. Сегодня вторник. Я не могу, какой он карапузик. Карапузик, карапузик. Да-да-да. Темненький. Светляет потихоньку. Так, до следующего дня. Так, сегодня какой день? 11 дней. Нет, 10. Да 11 уже. Тащится, титьку сосет, ну, большой. Тут. Че, боишься, что ли, что заберу? Ну-ка. Ну-ка. Глаза еще не открыли. Ладно. Мать. Че, отсосался ты, что ли? Отсосался так быстро, ну-ка, иди сюда. Какой ты тут встался? Ой, что пузо мокрое. Так, ушки, глазки. Ну что ты переживаешь, прям переживаешь. Да на, забирай, на. Сейчас, я все, бросила сына. Бросили тебя, бросили. Что это такое? Давай-ка зал мы перейдем. В зале сейчас тепло. Так, 11-12 день. Эх, наели мы брюшко. Иди сюда, бегемошечка. Чё ты там пищишь? Иди. Иди, бегемошка. Ну-ка иди покажись, какой ты уже становишься. Глазки не открываешь еще? А? Маленький. Отче, господи.
А сразу мама сразу прыгает. Вот глазки уже пошли, открываются. Щелочки появились, вон они глазики. Появляются глазики. Красик появляется. Бегемошечка, бегемошка. Глазик заживает. Да. Да. Все нормализуется. Да, сынок? Так, еще один день сняли.